Друзья, буквально несколько минут назад к нам пришла траурная новость. Об этом вам раньше нас никто не расскажет. Но сегодня после обеда в свежих новостях по телевидению вам точно расскажут об этой ужасной трагедии. Сегодня скорая помощь забрала всем известного советского российского актера театра и кино Сергея Маковецкого прямо из торгового центра в Москве. Он находился там со своей супругой, выбирал себе костюм. Он должен был пойти к своему другу на день рождения. Прямо в этом торговом центре ему стало плохо, и он потерял сознание. Супруга сразу же вызвала бригаду скорой помощи, на которой Сергей Маковецкий был доставлен в больницу. Сейчас он находится в больнице, сообщается о том, что состояние его здоровья очень сильно ухудшилось. Следите за новостями, друзья. Каждое утро мы сообщаем вам о том, что происходит в российском шоу-бизнесе. Завтра рано утром шокирующие подробности этой трагедии выйдут на нашем канале в нашем новом выпуске. До скорых встреч. Будьте всегда с нами.